Совсем скоро наступит самый зловещий праздник года – Хэллоуин. История его началась на Западе, и очень скоро он добрался до нашей страны. Однако людям с русским менталитетом принять его оказалось сложно. Сегодня узнаем у казанцев, как же можно русифицировать этот праздник. А как русифицировать Хэллоуин? Добавить Бабу-Ягу, Лешего, Кощея. Ну, типа, если по Бауму на воскресенье прогуляться вечером где-то, здесь и так все страшные. Замени тыкву на кабачок. Не хочу вас обидеть, но Хэллоуин исконно не наш праздник. И зачем русифицировать то, что не является нашим? Придумайте свой праздник. Мы любим российские, русские сказки о Хэллоуине, не любим и не знаем. А можно одеваться в костюмы из сказочных персонажей русских народных сказок, например? Лапти, думаю. Одеть и напугать татарочек. Добавить каких-то русских отрицательных персонажей, такие как Шурале, например. Это русские, да? Ну, они в России. Можно приурочить, например, к какому-нибудь православному празднику, так будет проще. Я думаю, что можно калинку-малинку сделать в хардкорной версии. Я думаю, надо добавить что-то патриотичное. О, мне кажется, наряды из русских сказок отлично бы вписались. Какие-нибудь кокошники, национальные костюмы, чтобы это было похоже на самом деле на старые праздники Ивана Купала. А стоит русифицировать этот праздник или нет? Если да, то как? Пишите в комментариях. Это был соцвопрос с Ильей Гизатовым, Алия Кульбарисова. Всем пока!